Все, здесь паркуемся вот здесь. Мелкий, давай быстрее, гонщик нелегальный. Да так меня, главное, не сбей. Ну и Степан наш, как всегда, самый последний на своем моторбайке, да? Я сама скорость. Ага, пердак ты старый, сама вот эта скорость. Так, эти вампирюги, этот Михалыч и Людмила остановились здесь на моей тарантайке. Это значит, что они ее здесь бросили и убежали куда-то в лес. Но на самом деле, нам это вообще без разницы, куда они убежали. Пойдем за мной, надо быстрее отправиться в дом к бабке Ёшке и узнать, где же она все же спрятала все ее сокровище, которое она украла давным-давно у графа Дракулы. Но есть одна маленькая проблемка, точнее не маленькая, очень даже огромная. У бабульки трехэтажный дом, это первое. У бабульки огромный сад с этими с овощами. Ну как сад? Кладбище. И она сокровище могла спрятать везде, где только угодно. Мы сейчас потратим неделю, чтобы найти это сокровище. А у нас осталось меньше, чем 15 минут, чтобы его найти и отдать вот этому графу Дракуле. Поэтому, короче, давайте делаем так. Этот Степа, лопату в руку! И вскапывай здесь все, что только можно. Мелкий, ты ему тоже помогай. Я посмотрю, возможно, она где-то здесь. Опа, сундук. А в сундуке у нас... 4 динамита. Ну, это вряд ли сокровище. Так, Степа, ты что-то нашел? Ты что, дебил, ты все в мои могилы вскопал, что ли? Нашел что-то, хотя бы одну золотую монету. Мелкий, а ты что-то нашел? Давайте, ищите дальше. Пока здесь все не переройте, пока здесь все не скопаете, вот это не останавливайтесь. Где бабулька могла спрятать свои сокровища? Это, наверное, мы никогда в жизни не узнаем. А кто вообще там может знать? Антон! Антон может знать! Он же с бабулькой украл все сокровища! Слушай, вот ты, вот этот шашлык свинячий, вот этот будущий, на который я тебя сейчас пущу. Мы все про тебя знаем. Граф Драк уже рассказывал то, что ты муж не вот этого, не Елены Ветрянкиной, а бабульки новый мужик, которого она почему-то потом превратила в свинюху. Наверное, походу, сокровища, да, не разделили? Мелкий, выпусти его, давай! Не-не-не, да тут вот так! Ну ты-то с бедного Антона слезь, но вот такого он точно не заслужил. Господи, мелкий, выпусти Антона, слезь с Антона, быстро. Антон, где деньги? Признавайся, где все мани-мани, которые вы с бабулькой старотебзили? Я ничего не знаю и ничего не скажу. Ах, ты ничего не знаешь и ты ничего не скажешь. Я знаю то, что ты деньги своровал с бабулькой, но я не знаю, почему она тебе потом свинью, да, вот это превратила. Походу, вы с ней спрятали сокровище, а бабулька его потом делить не хотела. Я тебе даю последнюю попытку. Где деньги, скажи, Антоха? Последний шанс тебе даю. Да если бы я и знал, да я бы не сказал даже. Вот оно, чё, ну спустился быстро. Спустился, давай быстро! Потопал перед нами, чтобы я тебя видел в дом к бабульке туда. Прямо. Так, если мы не нашли сокровище на улице, тогда оно может быть только в одном месте. Дома у бабульки. Но только проблема в том заключается, что дом у бабульки слишком огромный, и нам нужно перерыть каждый сундук, который здесь находится. Все, давайте, заходите внутрь. Мелкий, ты Антон тоже перед нами. Ищите в каждом сундуке, в каждый ящик заглядывайте, в каждую тумбочку заглядывайте, в каждый уголок заглядывайте, пока не найдем все бабки, не вернемся к графу Дракуле. А ты на второй этаж давай проходи, на второй этаж залезай вот туда наверх, вот туда, в котел! Это сейчас мы отсюда поставим, чтобы он вылезти обратно не смог. Все, Антошек, будешь в супчике вариться, пока не признаешь. Где деньги, Антоха? Быстро сказал! Да я клянусь своим салом, да я не знаю, где ваши деньги! А, партизан. Ну ничего, варись. 5-10 минуток, и тут будет свиной супчик вкусненький. А вы, мелкий Степа, ищите сундуки. У бабульки здесь 100% много всяких ловушек, много всяких нычек вот этих потайных. Вот, например. Опа, здесь у нас под кроватью... А вот сундук, где она спрятала. В этом сундуке у нас находится подсолнух. Это вряд ли сокровище. Кто-то что-то нашел? Так, Степа, нашел что-то? Здесь вот сундук в паутине застрял, да? Нет, здесь у нас находится клизма. Ну, походу, у бабульки в последнее время запор, да? Но клизма нам не нужна. Так, мелкий, загляни вот там в шкафу, что за сундук?
А ну выкинь сюда, что это за дичь? Выкинь сюда, мелкий! Держи, это точно вряд ли сокровище. Так, ищите. Опа, вижу еще один сундучок здесь спрятанный. И в этом сундучке у нас вонючка. А что ты, Степа, в этом сундуке-то делаешь? Эпа! Едрить меня в это самое... Господи! Фу, мелкий пукнул! Это не мелкий пукнул, это вот что это значит! Вонючка, едрить, наколотить, как навоняло! Все, давайте, поднимайтесь на второй этаж, поднимайтесь вот сюда! А ты вот этот, Антон, ты там оставайся, мы тебя оттуда не выпустим! Так, еще один сундук. В этом сундуке у нас обручальное кольцо. Это, походу, твое обручальное кольцо. Ты же бабульке вот это замуж предлагал выйти. Так, давайте, на второй этаж. Так, здесь у нас дофигища сундуков. Твоя задача, Степа, с мелким вот это, залутать все эти сундуки, посмотреть, что там внутри. А я заберусь на крышу и посмотрю, что там. Так, здесь какое-то зелье. Эпа, и это у нас воскрешающее зелье. Может воскрешать мертвых. Ну это вряд ли нам понадобится, это точно не сокровище. Так, обратно его сюда. Поставь, короче, без разницы. Вы что-то нашли? Я нашел! Че нашел? Давай показывай быстро, Степа! Нашел сокровище? Пошли, покажу! Ну пошли, давай, мелкий, за мной! Быстро! Так, Антон, ты вспомнил, где бабки? Где бабки, Антон? Да я не знаю, где эти чертовы деньги! Ну ты думай, тебе еще осталось жить, наверное, минуты 4, и потом вкусный супчик будем кушать, я уже на самом деле проголодался. Этот, Степа, ты что там нашел? Степа! Степа, ты походу не то нашел, что надо! Едрить, колотить мелкий, сбивай его рогаткой! Едрить, Степа! Ломай вот эти шарики и прыгай вот туда в воду, пока ты вообще в космонавты не улетел! Ну все, Степан Гагарин, как бы недолго тебе осталось. Последний шарик ломай, последний шарик! Ты спускаешься! Он там хоть выжил или... Выжил, родненький мой балбес! Наверх сюда подымайся! Так, мелкий, ты там что-то нашел, давайте быстро! Ты варись, Антошек, дальше вот это продолжай! А мы на второй этаж! Так, здесь мы с вами ничего не нашли, поэтому давайте мы с вами будем подниматься на крышу. Возможно, на крыше что-то у нас есть. Давайте залезайте вот сюда! Так, здесь у нас здесь... Слушайте, ну там еще какая-то одна башня, в которой мы с вами никогда даже не были. Возможно, сокровища там находятся, если эти сокровища вообще как-то существуют. Слушай, мелкий, сгоняй за вот этой стремянкой, она на втором этаже, и присобачь ее сюда обратно. Сейчас мы с тобой, Степа, заберемся вот туда. Ага, молодец, по одному, давай, залез, перепрыгнул. Давай, Степа, ты сразу же за ним, быстро! Ага, опа! Так, и я тоже за вами. Так, вот сюда. А ну вот давайте вот сюда залазим. Здесь у нас спальная комната. Здесь, походу, бабулька ночует. Так, здесь еще проход дальше. Я первый, давайте за мной сюда спускайтесь. А, так вот почему мы в эту башню не могли залезть. Потому что здесь все паутиной заросло. Но здесь есть проход еще в одну башню. В третью. А в третьей башне у нас находится... Мать моя женщина. Так вот, где бабулька все это время сокровища прятала. Так это что значит? Это граф Дракула реально нам правду рассказал. А бабулька весь сезон жизни ютубера нам врала. Я думал, то, что она хорошая, она оказывается просто графа Дракулу вот это обчистила, обворовала сундук. И здесь, наверное, стаков 10 золотых монет. Едрить, колотить. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Не, Степа, мы с этого никакой бизнес открывать не будем, это не наши бабки. Эти бабки мы должны вернуть графу Дракуле, у нас там 5 минут осталось. Так, короче, вы набивайте карманы всем этим золотом, я пойду на крышу, буду смотреть, чтобы на нас никто не нападал, а то эти кровосиси в любой момент могут нас вот сюда явиться. Собирайте так быстро, как только можете. Пацаны,
У нас проблемка небольшая, походу нас этот Михалыч с Людмилкой-то нашли, вы там деньги собираете или не собираете? Давайте быстрее, у нас пару минут осталось! А я пока достану свой пулеметчик, который мне бомжара подогнал в предыдущей серии. Ну чё, пришло время попробовать какой свинец на вкус, да? Полетел, Михалыч, полетел, а вот это Людмила, вниз, вниз, вниз. Ну вы там скоро, но я их сдерживаю так, как только могу. У нас минута осталась, минута, давайте быстро. По второму. У меня патроны кончились, ну давайте вылезайте, короче, все, что собрали, тащим с собой. Только у нас есть одна проблема, обратно мы туда через лестницу спуститься не сможем. Поэтому, пацантре, у нас как бы с вами только один выход. Это там, бомбочка из крыши в водичку. Кто первый, а? Я не готов, я не хочу прыгать, и мне вообще страшно. Стёпа, да это не страшно, ну ты подойди к краешку, посмотри, да тут даже невысоко, Стёпа. Ну тут пару метров, ну если ты сам не будешь прыгать, я тебя толкну. Мелкий, давай, ты за ним. Полетела птичка моя, полетела. Опа! Ага, теперь походу моя очередь. Ну ладно, это самое, кровосись, вот это, аривидерчи. И... Кедрить колодит! Это... Все сокровища забрали! Все, что там было! Каждую серебряную монету! Ну тогда давайте быстро свалим отсюда, садимся на вот эти свои мотоциклы и бьют это, сразу же идем к этому графу Дракуле. Сколько у нас там времени осталось? Одна минута, две минуты! Я очень сильно надеюсь, что мы все успеем ему вернуть прям в срок. По мотоциклам машину заберем чуть позже, садимся и встречаемся возле вот этого, возле дома с бассейном. Ага. Кто последний, тот лох. Ну все мы знаем то, что последний будет Степа. Ну, я как бы даже не удивлен, Степа. Быстренько, быстренько, парковочка вот здесь. Мелкий молодец, опять приехал вторым, а Стёпа, как обычно, ну, через минут 15 к нам сюда подъедет, ага. О-о-о, а вот и Стёпушка подъехал. Я опять вас обогнал? Ага, да-да, обогнал с этого, сзади наперед, с конца ты нас обогнал. Все, давайте потопали, что мы с вами здесь раскудахтались. У нас вот столечко времени осталось, полминуты. Мы должны успеть добежать до вот этого графа Дракулы. Но я надеюсь, что мы с вами все сокровище забрали, которое там было спрятано. И граф Дракула больше с нас не будет ничего требовать. Что, мол, мы якобы ему не вот это, не все бабло вернули. И... Опа, вот сюда, давайте запрыгивайте, запрыгивайте, запрыгивайте. И потопали вот туда, в ту комнату, в подвал. Тиктокеры сраные, вы уже угомонитесь со своим вампирским этим тиктоком. Давайте быстро вниз и сразу со второго этажа прыгаем, времени у нас нет. Мелкий, давай прыгай, ты любишь со вторых этажов прыгать. Ага, и Стёпа, ты тоже прыгай. И в подвал быстренько спускаемся, в сраная паутина, не застрём в паутине. Вам вот это, граф Дракула, мы все принесли, мы все принесли. А, бомжара? Где Лена? Где бабулька? Где Титикака? Где Дракула? А, да ёшкин, этот свет можно включить, пожалуйста, вот это. Где все? Бомжара, на меня посмотри, не в стенку смотри, на меня посмотри, где бабулька, Елена Ветрянкина и Титикака? Он их всех забрал. В смысле забрал? Куда забрал? Мы ему все деньги принесли, мы нашли сокровища, мы ему принесли все вернуть. Куда он их успел забрать? Вы не успели. 20 минут прошли. То есть, все, что мы сейчас сделали, от вампиров это убегали, Стёпу из космоса доставали, он на шариках воздушных этих улетел. Вот это мелкий вообще курицу кричащую нашел. Мелкий, покажи. И это все было зря? Куда он их забрал? Он хотя бы сказал, куда он их повел? Я не знаю. Он им сказал то, что не будут учиться летать. Учиться летать? Он что, их на аэродром повел? Вот это самолеты им купил и будет инструктаж проводить? Вот это... В смысле, откуда они могут учиться летать? Я что-то вообще ничего не понимаю.